3 часа в запасе. Ну, по идее, кстати, нормальная. Закрыть сможем. Давайте сломайте всех. Фиолетовый камень есть у кого с собой, кто в инсте? Какой линкани я куплю, я потом два раня? Страх... этот... страхолит. Хаздух? Шо, вы нашли шамана, да? Да, да. Полетели. СПД МП-5. Можешь линкани я куплю на науч? Бля, сейчас... Бля, что, давайте в темпе, а то сами понимаете, сколько времени сейчас. Ну, помогал бы искать бы. А что это за шаман? Не знаю, 23-й какой-то шаман. Надеюсь, это не ПВП-шный шаман. Королевский. Шаман. Королевский страхолет. Угу. Ну, суммоните, посмотрите. А вот суммоню. Кинем и дискорд еще. Не, это не ПВП-шный пацан. Типа, ЭТМВЛ есть, сейчас закроем. С косой, с триней с острова. Так. Ты где, Войд? Нормальный пацан, только как пояс у него кольчужный, какая-то помойка, блядь, хиловская. Я в ульте. Я вижу, бегу к тебе. Соточку давай. Опа. Это чаевые, что доставил. Полетели чистить, чего вы разблокировали, а не чистите, у вас, блядь, 6 человек в инсте стояло. Кирилл, кинь дискорд ему. Кирюк, не в демоне? Да, в демоне. Так шаман есть же. Ишь. Он больше, чем шаман, даст на 2 сотки. А ДПС даст меньше, чем Дестрик? Давай, он, апнет лема, он апнет ШП, он апнет мага. Ладно. Я баф почти, 350 СПД дает. Бля, да я Кирилл в десятке и этот... Демон, если честно, нахуй не нужен. Он даст, блядь, мало ДПСа, в гестрике больше. И тут всего лишь 3 кастера, пиздец, такое себе. Лучше бы в гестрик ушел.
Мне тут только одна шмотка нужна, метательная. Езжайте, пуляйте тех дальних уже вещи. Тут долго, блядь. На угловом пойдем. Уезжайте. Шаман в дискорд зашел. Ага, вижу. Система орбитального подавления. Повторный анализ угрозы завершен. Оценка цели проведена. Система орбитального подавления. Так закидаем. Ну, можем и так закидать. Я думаю, закидаем. Садись, Слава. Так, ко мне сядьте, кто умеет тянуть лучи, да. Со мной Слава будет сидеть, да? Где ты? Вот возле круга. Так, вот, ты ко мне сел, не... А ну, у него ко мне кто-то. А у него... Чер... У него шаман. Чё, колади тогда сяду, да? Ты колчедан умеешь тягать? Ну, если умеешь, тогда вопросов нет. Ну все, рассаживайтесь по остальным мастерам, просто раз закидаем сейчас его. Пойдем дальше, ебать. Уйду. Закидывать не будем, нихуя так его закидаем, блядь. Кайтите просто и все, и стаки не проебуй, да. Так, все готовы. Да я не прыгну так. Осадные машины, гуляйте. Проклятие стихии, кинь. Охуенно, сдох и не кинул, царь. Не, вообще, я в упор не стою, мне потому что дальности не хватает. Там это... У вас машины нет, а что я толкаю там? Скорость. Что там осадки, цветки, убейте, блядь. Ёбаный в рот. Убей цветки эти. Умный. Скорость, скорость, скорость. Издал огонь. Жми скорость по КД, когда он за нами ездит. Каз сбить никому, да? Да. Вазир, на будущее тебе говорю, перед тем, как пулить босса, ты уже стоишь без машины, кидаешь на него эту залупу и залазишь.
Были бы 13, закидали сейчас как лоха, блядь. Слезьте с машин быстрее, умрите, не теряйте время. Кто там ездит, блядь, сбивайте косты. В чем нахуй проблема? Женё, какого хуя вы сдохли сразу, как конченые, блядь? Ты первый раз сюда пришел? Да я... И шо, лок вылез, и ты сдох из-за этого в машине? Да он в сушке сидел, не мог пересесть. Ебать, вы пиздец, конечно, нахуй. А красная стрелочка для кого? Для гусей нарисована, блядь. Пересесть, походу, нереально, да, мышкой нажать, блядь? Все, блядь, одеты, и никто нихуя не знает, что делать. Пиздец, блядь. Пиздюлей не получали давно, блядь. Нахуй вы на мотоциклах? Садись, Шаман. Так, ко мне садись. Так, вот, давай ко мне. Я не похуй, я на мотоцикле. Так, взять и ко мне. Подеть квазивер к боссу, блядь, когда, блядь, перед тем, как его пулить, блядь, кидаешь на него курсу, потом садишься. Не стой только возле него, чтобы он тебя ебало не набил. Не надо туда подъезжать впритык. Алло, сядьте ко мне. Пиздец. Сядьте, не занимайтесь хуйней, Слава. Нахуя ты занимаешься хуйней? Объясни мне, пожалуйста. Да я хуй знает, чё маг возле него стоит, блядь. АФКшит или чё? Сели, блядь. Создаем. У меня нету времени, я через 2 часа, блядь, уже должен одеваться, нахуй, съебываться на работу. Мы занимаемся какой-то хуйней, блядь. Полетели. Куда полетели? Чекай, блядь, летчик. Опять, блядь. У меня что-то, блядь. Так нахуй ты в мели стоишь, блядь! Блядь, это могли это самое ближайшее отдалить, где я могу курзу на него кинуть, блядь. Она кидается, хуй знает с какого расстояния, не надо впритык становиться, блядь. Надо, максимально, я сейчас зайду на лока, покажу, откуда она кидается. Нахуй ты мне рассказываешь, блядь. У меня что, лока нахуй нету? Каст! Тягай колчедан. Блять, это пиздец какой-то, оно отъебется от меня, этот синий луч, нахуй, или нет? Давай, съебывайся. Пиздец, ты, блядь. Проебланил, блядь. Окульчевание, не врывание. Ты раньше съебывайся, ты смотри, какой раньше него, блядь. Он поворачивайся, съебывайся, ебаный рот, ну что ты? Пиздец, нахуй, я ебу. Скорость нажми, подбери колчедан. А, вы сдохли? Угу. Нихуя не можете без хп, просто конченые, блядь. Ну скорость где? Ну ты ж сказал, что ты все умеешь. Ну ебаный рот, блядь. Ну тягай, блядь, на ходу, колчедан. Ну в чем проблема, блядь? Хули там его тягать, блядь. Если бы мне за эту фразу, блядь, каждый раз бы давали, блядь, 100 рублей, потому что б миллионером нахуй был, блядь. Вот, подбери. Да возитесь, что вы.
Резнулись и вышли все из инста быстро. Резнулись и вышли из инста, блядь! Доступно, говорю, нет. Выйди, шаман, из инста. Заходим все. Сбоку на него кидается это, а не спереди, под ебалом. С другого. Там стоишь, хуй знает где, оно все кидается. Вот с такого рейнджа максимум кидает. У меня кидалось оттуда, где машина он стоит. Где ты... стоит паладин, вот оттуда его. Ты в чем сидишь, в мотоцикле или в чем? Ни в чем он не сидит. Разрушитель. Нахуй тебе разрушитель, блядь. Посад. Ну так значит ближе подъедет пусть. Подъедь ближе к нему, Ретрик. К боссу ближе. К боссу. Не от босса, а к боссу. Кто, в какой ты сидишь? С кем? Так подъедь к нему, блядь, у меня. Нахуй ты от него уезжаешь? Куда ты едешь, блядь? Ты видишь, где лог стоит, нахуй, или нет? Вы что, меня заебуете, блядь? Пиздец, лучше бы на мотоцикле сидел, нахуй, долбоёбы на мотоцикле. Вылезь нахуй с мотоцикла, блядь. Кто там возле него на мотоцикле? Вылези нахуй с него. Кран, слезь с мотоцикла. Пиздец, дрочи. Садись, квазивер, на мотоцикл, блядь. Не получается, нахуй, садись, значит, в осадку, кран. Кран, очнись, блядь! Вылезь нахуй с мотоцикла! Пиздец, ну может это мах, блядь, освободит мотоцикл, или это, блядь, сверхразум нужен, нахуй, чтобы это озвучить, блядь. Вылези, нахуй, с него, блядь, сядь в него, квазивер. Подъедь к боссу и все, блядь. Садись, нахуй, в машину, в здоровую, блядь. После того, как осадки пульнут, сядь, кинешь на него курсу и сядешь. Быстрее, блядь, Женя. Все были готовы, осадки пуляйте. Я, блядь, шотнул. Я на мотоцикле был.
типа даже курсы не успеваешь повешать. Ну да, меня сразу шотает. Значит, надо после пула это делать. Блять, пульнуть нахуй, блять, потом кинуть. Так, я кому это только что говорил? Себе, блять. Так он, я и так это знаю. Он был с пулей, но он поехал, блять. Он просто, блять, он сразу у меня 17к, блять, списывает. Из-за того, что я, блядь, рядом стою. По кругу по большому води. Каз бить. Ну быстрее, блядь, ну сбей каз, ну ёб вашу мать, блядь, паладин, сука. Так у тебя хуйня есть ускорение, блядь, чтоб к нему ближе быть. Каз. Сразу на всех парах дальше съебываю. В другую сторону. Стаки держите. Колчедану едь, не езди, похуй проебешь это самое. Колчедану надо. Пиздец, блядь. Ну ты ренжу-то держи больше от него. Да все, он сдох. Да это пиздец просто. Ну как будто я хуй знаю, первый раз сюда пришли. Остановка несложно делается, я хуй знаю, что вы не делаете. Пушки убить, блять, заехать, на мотоциклы сесть, на которые просто стоят. Дох надо, нет? Палец, рульте. Блять, у меня рыбы нету с собой. У кого есть рыба? У меня есть. Мак, дай столик. Поставил рыбу. У меня уже достаточно таких предметов. Что я пуляю трасс?
А чё? Да, хэм. Давай, пуляй, и сту будешь кидать в крана. Как сердце выйдет. Блядь, в Наксе нахуй хп больше у боссов, чем тут, блядь. Гера. Отстреливайте мобов справа. Таксиген, быстрей. Иссушение в них туда въебал. Внимательно с метками, блядь. Очень внимательно. Далеко не убегай. Сейчас выходит искра через 4 секунды. Сразу все в нее, все. Поехали. Если что, паладин там. Шаман вышел. Шамана держите, не пробейте его. На мне. Слава, стань посередине, чтобы тебя не куцала эта хуйня. Сокру дайте. Искра вышла, поехали искру. Сразу искру потушили, таксиген вышел. Рано ты тучку даешь. Шаман, в мелизону беги, в мелизону беги. Искру. Три секунды, искра. Поехали. Бомбу вынес паладин. Дальше, 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 дальше. У тебя чаржа нету, чтобы вернуться. Тебе похуй ее оставлять. На паладине опять искра. Сразу в искру. Поехали. Сокру или что-нибудь подкиньте. Вынес. На мне. 4 секунды будет искра. Добили искру. Вынес, шаман. Искру бейте. Искру и босса добиваем. Это последняя искра. Все. Легко хилится, пиздец. Я хуй знает, как хилы не захилить. О, пушка упала. Ёкалэ мэне, блядь. Так. О, пушка упала. Так, да, герок надо кому-то или нет?
Если надо кому-то ролить, я только резво. Слава, у тебя есть энчант? Угу, да. Ой, нету. У кого есть энчант? Так себе. Хорошо. Да ладно. Рольте меч. Паладин, меч надо, нет? У него есть такой же. Хорошо. Какой там утяльник, нахуй, блядь. Так, грудак. Хастарпа. Надо тебе? Да не, я думаю, даже запы не нужны. Когда хуетень какая-то. У кого есть энчант? Оксигена, да? И у Эллада еще. А, хорошо, тогда Эллада, он надежней. Запы кому надо? Ты что там? Тоже скидывай, я хочу. А, ну, кран. Элим, ты будешь на Энха ролить или что? Ну, она на мейнспек надо, блядь, роги, я роги отдам. Кто-то подстава 415 не надо. Давайте все тэпаемся, пуля. Через ремонтников играем. Звездочку видно? Все в звездочку бейте, пожалуйста. Или в печеньку. Кран на пуль на него нормально. Ну, квазивер в демоне дает 6,5к. Это мало, блядь. Нормально. Ну, для него, там левела, а Дестрик дал бы больше. Да, но остальной пати вот кастеров дал бы. Я думаю, оно равносильно одно и то же. 350 СПД, блин, это вроде не валя. Не, ну тут вопрос не в 350 СПД, тут вопрос в 70 СПД, потому что так бы Элем ставил ТТМ, оно бы давало 280. На роботе по факту Локи дают 10 тысяч из-за того, что они сердце ебануто бьют. Арканы демон, бьют. Демон столько не дают в сердце, блядь, к сожалению. Так, там лужа, аккуратно выйдите с нее. Рога тебя касается, прям в нее зашел. Я просто привел пример, как можно... Кран, выйди из лужи. Дохуя. Да заебали эти, блядь, лужи. Что, в одного танка ебанешь хэм или нет? Да, 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 сложит, я по идее протанчу все в одного. Ну тут уже не в нем, это я, наверное, буду потеть. Ну да, тут потеть будет один человек. Не, почему? Ну капчик есть, ракетка-то есть, по идее протанчу. Два хила нормально. Так. Да я уже очкую, блин. Ты очкуешь, ебать. Если что, я спек нас. Ну, 1045 у тебя. У меня под полтос. Хуя ты захотел. Какая вообще разница? Ну, большая. У тебя фласка на хп есть? Да нихуя у меня нету. Какого хуя? Нахуй надо. Я пришел меч залутать. Ты залутал меч? Да. Пали нахуй. Ты вставь камни там, сделай. У меня нет нихуя с собой. Его все равно лететь надо чарить. Так там 2 секунды. Но чарить 2 секунды это... Это не берсту чарить, бару.
Че ты сыкуешь? Я не сыкую то, что я Тарима в соло затанчу. Тут какое-то собрание. Да, Тарим совсем другое, тут три моба как бы. Ну и че? Одного запиздите, второго запиздите. Останется один. Ретрик, сможешь спиздить с первый, блядь, этот? Бафчик. Да. Да там, я как бы не думаю, что что-то пиздить надо, там и так зальется. Просто надо, чтобы диспелил кто-то. Если я буду диспелить, то он точно не захилит. Ретрик будет диспелить. Вот, нужно, чтобы он диспелил танка. Ретрик, диспелишь танка, ДКшника просто по КД без остановки. Смотри, делаешь так макрос. Кобыч, таргет. Кажется, вот так вот это делает. И вот тут диспелил. Хуярь в меч камни. Я себе, ебать, ты мне даешь. Не надо тут танчить, в одного танка убивается все. Весь инс нахуй одного танка, блядь, убивается. Кроме алголов. Я все равно не одену, у меня хита нету. Похуй на хит. На блубе похуй. Тебе должно быть похуй на хит у тебя. Да я думаю, мы так его запиздим. Давайте. ДПС вагон, блядь. Пойдемте, че, расхуярим хуйню, ебать. ДБМ пул даю. Фласочки, все дерьмо, блядь, не забываем. При потике. Пока халявные фласочки надо пить. Так, напулишь нормально, рожа. Не влетайте сильно, пусть он напулит на него. Набирай агро, и по звездочке начинаем потихоньку работать. Первый каз сбил, следующий твой дох. Нажму зеленочку, чтобы ты не скалывал. Так, я ТС сбил. Проводи. Послый выйду. РДД, зашли в синий круг, дали ДПС. Сейчас подведу. А, каст, не... каст, каст, ну чё ты не сбиваешь, рога, блядь. 3 секунды. Так, кровь нажму. Сейчас собьём. Я сбил. Я потратил. Там кливы же, блядь, большого. Один в этот, на рейндж станьте. Лок вышел, лока там, если что, держите, хильте. ШП тоже можешь выйти. Руна смерти, 10 секунд. Воруй сразу. Мах, тебя касается. Воруй щит быстрее. Это хорошо поставил. Сейчас подойду. Заводи сюда. Где можно бить? Бьем, бьем, все нормально. Зеленку дал? Подводи большого сейчас сюда, чтобы все нормально было. ШП, выйди на макс рейнджу. Гера, дали. Так, давай я разверну его. А, на мне баб, тогда нет. Да сам. Похуй вообще. Набрали рейнджу, вышли все. РДД, набрали рейнджу. РДД касается. Набрали рейнджу. ШП отошел дальше всех. Долго снимаю. Между собой просто рейнджу наберите, далеко сильно не выходите, чтобы он никого из вас не вшатал. У кого особенно мало хп, мах касается тебя. Так, кровь дал? Сколько время? 30 секунд еще, да, убьем? Все, убили. Это они не в 25. Там в 25-ке все то же самое должно быть, потому что просто, блядь, ДПС-а нихуя нету у людей. Ну 30 секунд там. Дагер упал, хороший, кстати, блядь. Да. Ну хули так. Понерфили, блядь. Вот это надо? А ты еще сликовал, что я не затанчу, да, ебать? Угу. Нихуя не пробивал, ты его не спалил. Ну это понерфили просто, я видишь, я не был. Полетаем сюда. Вот там уголовни будет повеселее. Тебе надо вот этот шаман Дагер с духом, с хостой? Мне не жалко, я отдам, блядь. Запы. С коритом, с духом. Да подождите, 10 секунд рез. Не ждите на труп. Токсиген 82. Отдал. Виклик мы забьем без заговора. Блять, виклик мы потом убьем, блядь. Мне потом надо уходить. Без меня, блядь, это говно упадет за 2 секунды, блядь. Да, блядь, чё. Ключ надо кому-то? Нет, быстрее рольте. Эллада 39, 48, токсиген.
Кран 19. Токсиген 1, токсиген 2, токсиген 3. Забирай. Забирается 9000. Дагер, кран надо? Держи. У меня уже ключ от уголовного есть. У меня тоже ключ есть, так что... У меня тоже ключ... А, нет, нету. У меня, кстати, это, сейчас две секи, я квест сдам быстро. Почистите там трэш пока по-быстрому. Там три моба сагрите, блядь, и меня тогда, если что, к боссу суманете. То у меня ключ на 25-ку висит, квест сдать. Давай-ка, Зивер, ставь шкаф. Не убежал. Тыкнись по шкаф. Еба, топ-1 ДПС. Еба, народ, блядь. Кто? Я, блядь, кто, нахуй? Ты же не заслужил, ты чё? Ты что, ебанутая, блядь? Ты дура, блядь. Ну это всё понятно, я наклеил, наклеил. Да ну там вихры, блядь, по троим хуяли. Так, зашли все за линию, все как обычно, блядь. В руку взяли, в руку сотку надамажили, отпустил, бьем грудак. Нихуя тут сложного нет, поехали. Хочешь показать дэмэдж? Давай. Сейчас, после твоих дам тебе. Давай, я прожался. Скажешь, когда у тебя закончится? Скажу, скажу. В руку поехали, поехали в руку все. По идее должно было закончиться. Все, поехали, закидывай. Закидываю. А что закинь, закончилось. В руку. Че вообще можно полутать в этой ульдуаре? На танк. Блять, Слава, как ты сдох? Вола проебал. Забафали Славика. По паладину бафы дали. По войду. Ебаный. Руку бейте все. Руку, руку, руку. До конца руку бейте, он сдохнет. Все. Ну, говна, как всегда. Пойдемте дальше. Посох надо кому-то? Эллада. На котика надо, нет? Понял. Держи, тогда распылишь. Сапоги. Гантеля надо, нет? Так давайте я пуляю. Пуляй. Сейчас подниму, подожди, бейте. Все, РДД, встаньте, чтобы вас сферами не хуярил. А кто мне это писал? Что там, чирик нашел? Спотыкнулся. А? Нажми, чтобы быстро. А. Ну тут не поможет, блядь. Согласен. Я зашел, комбат словил, не смогу тэпнуть. Если еще проживете, я сейчас подлечу уже.
Ну, проживем. Там он бабл. Так. Оболишивайся, да? Нахуй вам танк? Конечно, нахуй вам танк. Я танчил, блядь, стоял. Когда такой, такой мусор, блядь, падает. А кто подписан Немезис в Дисе? Немезитка я? А, нет. Немезис. Не знаю. Что-то что, касательно ждем или идем на холдера? Ну, я подписан. Это ты мне насчет десятки что-то спрашивал, да? Да-да-да. Пошли на ходера, потом эту дуру ебанем. А, вот кто у меня тапки по 5к покупал или пояс. Писал мне недавно. Прист или болот, не мизит. ВДК еще есть. Не, у меня только ДК, таким ником был. В десятку еще ВДК у меня. А я что-то своих уже недели две не владел. То отпуск у людей, то еще что, вы поймите. Как так? Сейчас десятки что-то никому не нужны, блядь. Правее обходим. Десятки никому ничего не нужно, если, блядь, не делать хэмы, блядь. Когда делаешь все хэмы, всем все нужно, блядь, резко становится, блядь. Ну да. Как же никуда? А чтобы делать хэмы, надо гир, надо тактику знать. Ну, сейчас, сейчас, на данный момент, если ты себе скрафтишь, блядь, две шмотки, купишь два куска Т8 и все остальное за ОД, считай, что у тебя гир уже присутствует. Ну это да. Только к этому этого недостаточно. Нужно, чтобы исполнение было хорошее. А то, что у нас было на этом Левиафане, это залупа. Не, ну исполняли все четко, блядь. Не исполнили, а исполняли, блядь. Куда ты идешь, Вея? Напуливай сразу. В кучу стали все. И кливай где-то говно. А, только на жирный. Не пошло, блядь, да, блядь? Нахуя вы его сагрили, блядь? Можно вопрос? Там все, блядь, сагрили. Все, блядь, прошли нахуй спокойно. Кто-то какой-то один гусь, блядь, сагрил нахуй, блядь. Я говорю, откинуло в него прям. Дай там войско, что ли? В рейд с ним, блядь. Сдохните быстрее, блядь, не теряйте время нахуй. Снимите нахуй себя бафы ебаные, сдохните, блядь. Стоим, блядь, вату катаем, нахуй. Ну сагрели, значит, блядь, уже надо бить, нахуй, а не бегать, как ебанутым, блядь. Оп, починился. Сейчас еще, блядь, теперь ждать, нахуй, пока эта кобыла, если она тут будет ходить, чтобы она не мешала, блядь. Да захуярим ее. А крана нужна тринка стори махэм? Спроси у него, блядь, откуда я знаю, шо, блядь? Адвокат его, блядь, или шо? Ты чё отмолчит? Он не в Дисе, блядь. Да в Дисе, он в прошлый раз он был просто замутан. Ждите, пока все придут.
Полетели бежать. Пошли. Дальше сразу забегай туда. Еще дальше. Не застопали, подожди. Ну, спиной иди, блядь. Да не, мне... Вот это... тут остановились все. Отвлекаю. Убивайте всех мобов. Называется, блядь, пора. А рыба есть? Угу. Осталось. Да, какое прикольное. Кольцо. Да. Так, сейчас стрелово. Дух, а что ты себе не покрафтил шмот? Дочку говняный какой-то. Да у меня лежали реги на ноги. На ступни. 26-е. Но я скрафтил бошку и клинок. Все готовы полетели. Череп и печенька, РДДшники, это ваши мобы. Грозу обязательно разнести по всем. Гантели там просто ауру поставь, блядь. Квазир, разноси. Квазир. Так, у тебя твой есть? Или после? Я не жал еще. Смысл, блядь. Без грозы ее жать. Ладно, ладно, я экраны тогда закину. Становись. Ера пошла. Становитесь, лучи, бегайте. Прыгайте, когда дебаф. Что у вас будет заебок. Трескучий мороз стакался, взяли, прыгнули. Так, я прожмусь. Вышли с большого. Видите? Рядом стали с ним. Зашли. Так, сейчас. Пойдем разобьем. Типов разбить. Подводи босса. Води, просто через них мы их закливаем. Последний остался, сейчас я него подведу. Все, давай подлучим. Закидывай. Я закинул роги. А, ты роги кинул? Да. Ебать. Ой, сейчас разверну, дам вам. По идее, разверну. Меня не достала гроза, блядь. Стало, ну значит повезло тебе. Особенно. Снимите меня, пожалуйста, этот. Я развернуть босса. Позиция. Топсиген заебал, ловить эту хуйню. Да он тупой, блядь. Раз 10 поймал, блядь, смотрю дома, блядь. Ну, посол зато хороший. Хуета. Ну я бы на лодке подобрал бы. Штаны нужны кому? Рыцарь смерти, маг, друид. Конечно. Блять, коса получше этого посоха, но она, блядь, нихера не падает. Ну, коса хуй знает. Ну, например, на Афлика этот посох был бы поинтересней. Ну, не спорю. Так, Эллада, ГЦ. Я бы даже взял. Так, лук нужен кому-то этот ебаный? Эллада, ГЦ.
Посох. Посох, поехали, рулим. Оксиген охуел, да? Да, да, кошатник, забегайте сейчас за это. Сейчас я залутаю второй сундук. Потому что если будет комбат, я не могу раздать лут. Тогда топор. Поднимайтесь, она сейчас подойдет. Поднимайтесь. Топор, меткость пробивания. Надо кому-то, нет, может на транс там, я ебу, блядь. Транс хуйня, поднимайтесь, маходер. Ладно, держи. Штаны. Вторые. Разбойник, рыцарь смерти, маг-друид. Поехали. Так, попытка номер 2. 49. 1. Хорош. Не, слишком видно просто. Что за статы, кстати, на штанах? Кран, получается, забирает. Ебать, он штаны сасны на танк с мастерством. А у него мастерства нету. Мне тоже последний кусок на ДК остался. Штаны, блядь. Парни, не хотите уступить? Так. Ладно, мы можем, в принципе, тут в комнате пиздить. Да, поехали, пуляй быстрее, пока она не ушла. А то сейчас стрэш начнет. Полетели. На пул дал кран? Конечно, дал. Спустились все вниз под ноги. Быстрей. Котов выиграем. Котов. Котов. Быстрей. Спасибо. Закливайте к нам. Оксиген отъехал, понял, блядь. Держу его как-то криво, на. Тремор обязательно, шаман. Сбил каст. Хуя себе. Шаман, тремор обязательно. А, я во второй пати. Хуя, я важен. Станка тудал, паладин. Поехали все в кота. Сбил каст. Переводи, переводи, переводи. Быстрее. Лужу перепрыгнули, вышли оттуда. Встали все под ноги. Под лицо. Кливайте под боссом. Лужи там дайте все. Играйте по боссу до талого. Кот, если выйдет сейчас, стан ему просто дайте и все. Я хуй пойму, Фурик что дамажить начал, блядь. Да не, нихуя. Ты пока новую тринку не оденешь и с этого из ласта. Оу, а это щит, блядь, что я радуюсь. Надо. Давай, раздавай лут быстрее, полетели на Тарима. Быстрее, щит надо кому-то, нет? Да не, из-за лупа. Да ладно, держи. Жезл. Я бы хотел бы. Жезл. Ну быстрей, надо, нет кому-то. Че ты меня ролишь на тебя зарю, у тебя 13 такой же. Давайте я пуляю. Надеюсь, не отъеду, как в прошлый раз. Если прожиматься будешь, не отъедешь. Да ебать, я на боссе не прожимаюсь. Ну, да блядь. Это я просто свернул в дискорд, блядь. Он и сдох, нахуй. Зачем прожиматься на босса? Это не святое. Я чё, блядь, я меня столовку учил. Всё подряд отдавать. Вот знаешь, нажимаешь на зыбку. Цель, играем по черепу. Нажимаешь на зыбку, и сразу же зелёнка. Все в череп. Просто учитель 228. Играйте точечно по черепу.
Надо их убить одновременно, блядь. Забери. Слава, завтра этот Хау хочет сходить. Я могу варм залечь, либо ДКшкой, нет. Кто понадобится. Хао хотел хантом, кажется, выйти. Ну, с алгалончиком, ты знаешь, как. Понимаю. Я бы сам хапалом пошел. Там... Кого брать, блядь? ШПшника надо. Если срез будет, бить будет. Если будет срез, ну, так, ну, убьем, думаю, уголовно их, да. Там бита нечего. Так, ну я в комнатку ебашу. На арене остаюсь я. И ладно, сейчас по пати распределю, то это, блядь, сложно, нахуй. Так. Тут... Ты паладин ШП. Этот. Эллада и Тиазар, что ли? Проще сказать, кто в комнату идет, блядь. Ну ты идешь в комнату, я иду, Рога идет. Да все, блядь, помолчи. Ладно. Раз, два, три. Хилит нас. Лада, Войд сюда. Вот так. ШП остается тут с нами. Тиазар, Квазивер, Войд, Танк и Элем. Вы идете в комнату. Первая пати. Экран Лада, Таксиген, Гантеля. Я остаюсь тут. Гантеля, включаешь праведное неистовство после того, как они уйдут в комнату. Не сейчас, а когда уйдут в комнату. И все. Ты и я будем танчить по очереди. В одного танка он спустился, Геру дали, разорвали, убили ему нахуй. Я готов ебашить, я хуй знает что быстрее. Поехали. Все, кто идут в комнату, идите уже к калитке. И один кто-то на рычаг. Встаньте быстрее. Жмите рычаг, клацайте. Сейчас моб последний умрет, можно будет нажимать. Жми. Внимательно там за руками следите, лево-право перебегайте. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где... Когда наверх уже последнего дойдете, все под стенкой. Дох, веди там людей, блядь. И говори им, что делать. Поехали на арене, мобов крошим. Тут у них хп, блядь, 40 канов. Давайте, прислужник убили. Дальше. Внимательно смотрите, там перебегайте лево-право. Перебежали. Так, я застанился. Давайте, подбегаем, подбегаем. Если задут, то перебежали. Так, кого ты мне дал, кому мне стилю закидывать? Никому, когда спустится, дашь пороги под Геру.
Смотрите там в комнате аккуратненько у вас, потому что нам пула нету. Повторю, для тех, кто не слышит или не знает, или первый раз там, под стенкой, когда сейчас ворота откроются, бежите все под правой стенкой. Пробудителя все играем, кто на арене стоит. Кто ты, Тимобовчев? Бейте их, хули вы, блядь. Бейте мобов. 50 секунд еще, блядь. Последний... Убивайте мобов на ходу, блядь, задотайте их просто, на ходу, блядь, забейте их. Последний босса убьет. Кто последний добежит, пулит босса. Быстрее только это делайте. Пуляйте босса. Пуляйте, 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 не стесняйтесь. Он не кусается, блядь. Ставь босса. Геру дал. Так, закинул астерию. Поехали. Бурсты отдали, фласки, все дерьмо, блядь. На все бабки. Чего вы все с одной стороны встали? Наберите ренджу. Близко к стенке не подходите, потому что там будет бить эта ледяная хуйня. Рога, напуливай на него по КД. Я не вижу триксов, блядь. Я агру нахуй срываю. Хоть ты агру срываешь. Так, кровь дал? Ты с дефами не спеши, у него только два стака, блядь. Какая минутка дефс? Как зелен? Женек, я даже не сомневался, блядь. Просто, блядь, сомнений не было, нахуй. Отвечаю. Да что ты говоришь? Так может отойти надо было, нахуй, нет? В натуре 20к уебало, блядь. Серьезно, блядь? Или ты шутишь? Женьку похуй на тактику, он ебашит просто. А, шестой нахуй подписывает. Чисто, блядь, ебун косоголовый, блядь. Опа, это же тринка. Не может быть. Так, перчатка, это БУЕ. Плечи, рыцарь смерти, маг друид. 54. 12, 54. Эти плечи нужны, да, шаман? Тиазар. Получается, он забирает. Блядь, не понял, нахуй. Так, триня. Кран тебе надо? Кран нужна?